Всем привет, дорогие друзья! С вами я, Слава Старыкс. И сегодня тоже для всех, кто слушает для этого, и для девушки Киры, и для всех, кто обожает Гроба, все идет по плану. Поехали! Границы ключ переполнен пополам, а наш батюшка Ленин совсем усол. Он размножился на плесень, на лиловый мед. Но перестройка все идет, идет по плану, и вся грязь превратилась в голый лед, и все идет по плану. Все идет по плану. А моя судьба захотела на покой, обещал мне не участвовать в военной игре. Но на фуражке на моей сел бы молот и звезда, как это строгательно серб и молот и звезда. Лихой фонарь ожидания мотается, все идет по плану. Все идет по плану. А своей женой накормили толпу, мировым кулаком растоптали ей грудь. Все народы свободны рассердцали ей плоть. Да закопайте ж ее во Христе, ведь вся есть. Все идет по плану. По плану. Один лишь дедушка Ленин хороший был вождь, а все другие остальные такое дерьмо. А все другие враги вот такие мудаки. Народы родины очистый, без снова ты в снег шел. Я купил журнал «Корея», там тоже хорошо. Там товарищ Ким Рэй Сэн, там тоже, что у нас. Я уверен, что у них то же самое, и все идет по плану. Все идет по плану. А при коммунизме все будет заебись. Он поступит скоро, только надо только ждать. Там, наверное, вообще не надо будет умирать. Я проснулся среди ночи и понял, что все идет по плану. Все идет по плану. Все идет по плану. Все идет по плану.